И без трусиков, если честно. Да? Да. Даже не знаю, за что цеплять. Привет! Я, может быть, что-то забыла, но я почему-то думала, что нет ничего постыдного, если ты носишь нижнее белье. Но вроде как это норма. Но некоторые бабы для того, чтобы скрыть все вот эти складочки под платьем, иногда, да, даже не надевают трусы. Несмотря на то, что они снимаются на всяких федеральных каналах. Ну, или не федеральных, я не знаю, но это программа, если не ошибаюсь, «Давай поженимся». Так что да, вот такие невесты туда приходят.